Табачная эпидемия разрушает не только здоровье. Она также причиняет огромный социальный и экономический ущерб. Главным образом это медицинские расходы и снижение производительности. Но 15 лет назад вступила в силу рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. Таким образом, был создан юридически обязательный глобальный договор для защиты нынешнего и будущих поколений. Договор, ратифицированный и принятый 181 стороной, с такими достижениями, как курение сегодня запрещено во многих общественных местах, как внутри помещений, так и снаружи. Графические предупреждения о вреде для здоровья и небрендированная упаковка пачек сигарет. Запреты на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий. Стимулирование обеспечения альтернативных средств к существованию для табаководов. Увеличение налогообложения табачных изделий, запрещение продажи табака несовершеннолетним и несовершеннолетними и многие другие достижения. Мы боремся за ликвидацию незаконной торговли табачными изделиями. В последние годы были одержаны законодательные победы над табачной промышленностью. Здоровье должно быть защищено любой ценой, потому что мы все вместе защищаем жизнь. 15 лет. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. Строим мир, свободный от табака.